Приветствую всех на моем канале. В пятом видео по просьбам подписчиков я покажу небольшой обзор моей муфельной печи. Пока погодные условия не дают работать с эпоксидкой, чтобы делать шлифовальник для тонкой шлифовки, мы посмотрим мою печь. Обзор муфельной печи по просьбе подписчиков. Крышка, сетка с нержавейки сделана вот так вот выглядит. Вот так вот выглядит крышка. Вот внутри. Крышку поставлю. Вот тигель. Там камера сгорания с огнеупорного кирпича. Сейчас вытащу. Вот. Тигель уже. Три плавки пережил, лопнул уже. Еще один сделаем. Вот. Там камера сгорания. Тут вот термопара, внутри тоже вся печь сделана сеткой и материал стеклокерамика 1200 градусов рабочей температуры. Все это засыпано песком, сухим песком. Это такой нюанс очень важный. Сушил, потому что сырым песком много тепла забирал. И после вот этой реконструкции все это взято в обойму. Вот, металлическую. Миллиметровый лист железа. Вот. Это все для безопасности подальше от строений. Потому что температура большая тут. Вот. Отсюда горелка включается. Вот горелочка тоже самодельная, инжекторная. Сам делал. Хорошо работает. Так что примерно вот так. Это камера сгорания. Там горелочка внутри. Потом вот так вот тигелечек сюда ложится, засыпается стекло перемолотое, накрываем крышечкой, вот так, и температурка, одной рукой снимаю, одной работаю, так что извиняйте, если что не так. А так, в общем-то, общее понятие я дал, что она у меня из себя представляет. Очень хорошо работает. Остывает 2 недели почти. Вот.